Всем привет, с вами Компон. Сегодня я покажу, как установить VMware Tools в Mac OS 14. Да, я решил себе установить Mac OS 14, потому что мне стало скучно. И я решил себе чуть-чуть посмотреть, как выглядит Mac OS. Только видел просто на макбуках своего брата и на макбуке моей мамы, на которой она, собственно, и работает. Так, я сейчас делаю следующие вещи. Это как установить VMware Tools, потому что у некоторых людей выскакивает эта ошибка, и они не знают, как ее решить. Поэтому я покажу, смотрите. Есть вот такой, собственно, файлик. Вот здесь вот файлик есть. Это, конечно, для 13-й версии, но для 14-й тоже пойдет. Поэтому устанавливайте и делайте то же самое. Дальше. Где мы должны поставить этот файл? Заходим в Settings. Ну, вы выключите виртуальную машину. Заходим в Proxy. Ну, то есть это обзор. И мы заходим, собственно, где расположен ваш вот этот файл. Вот этот файл будет в ссылке в описании. Потом вы его ставите и потом запускаете сам, собственно, виртуальную машину. Так, дальше мы нажимаем установить. Установить. Так, мы на всякий случай зайдем сюда, и мы должны разрешить. На всякий случай. Я зайду в конфиденциальность и безопасность, на всякий случай, если будет писать из-за какой-то ошибки, что у нас еще не работает, или не знаю, как можно сказать. Сейчас, еще раз. Install VMware Tools. Чуть-чуть, конечно, подлагивает у меня, но ребята это потом исправятся. Заметы диски. Установить. Идет установка. Я пишу свой пароль. И дальше идет выполнение. Запрашивают разрешение. Окей. Так, я вернулся. И написано то, что установка прошла успешно. Ура! Так, дальше нажимаем перезагрузить. Наш, собственно, MacOS. Так, у нас загрузило. О, ребята, сразу вы увидели сразу то, что у нас... На весь экран появился экран. Это первый уже плюс. Это мне уже нравится. Так. Ну все. Это я потом обновлю. Так, давайте посмотрим, что мы теперь имеем. Если зайти... Добро пожаловать в заметки. Я это закрою. Так, а если нажать, собственно... А если нажать дисплей, я могу его менять? Показать все расширения. Отменить. Ну, все, ребята. У нас, собственно, есть Tools, собственно, VMware Tools. И у нас, собственно, все исправилось. Теперь мы можем полностью... наслаждаться этой операционной системой Mac OS. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписки. А я пойду отправлять это видео монтажеру. Ведь надо как-то ролик монтировать. Сам ролик с себя не смотришь. Ладно, всем удачи, всем пока.